Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим светодиодную фару ближнего света от компании Дорожная карта, модель DKB227WSTD. Поставляется в фирменной упаковке данная фара. В комплекте находится одна фара, соответственно, цена также указана за одну фару. И также V-образное металлическое крепление с фиксирующими винтами. Спереди на фаре используется прочный пластик, 9 светодиодов в фаре, мощность 27 Вт данной фары. Корпус полностью металлический, герметично заклеен, пылью влагозащищен. Задняя часть в виде радиатора, это есть пассивная система охлаждения. В нижней части площадка под крепление. Размер данной фары, высота 10 см и ширина также 10 см. Подключается фара на питание как 12, так и 24 вольта с помощью стандартных проводов подключения. Сейчас мы подключим ее на 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Фара загорается, вот так вот отсвечивает. Довольно-таки неплохая яркость светового потока, заявленная 2025 люмен, цветовая температура 6000 кельвинов, чисто белый световой поток мы видим. Фара довольно-таки широким углом рассеивания, но ярко выраженный по центру луч также имеет. При покупке на данную фару обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.